славная Валентина. Виноград Валентина выведен во Всероссийском научно-исследовательском институте виноградарства и виноделия имени Якова Ивановича Потапенко. Родительская линия этой гибридной формы представлена сортами «Восторг» и «Аркадия», а также сортом «Мускат летний». Основные сортовые признаки. Валентина считается столовым виноградом. Средние сроки созревания 130-140 дней от начала периода активной вегетации. Славится культура огромными, красивыми гроздьями с вкусными ягодами, с которых получается отличный сок и вино. Ценность сорта Валентина заключается в стабильном получении урожая. Первые грозди могут появиться на второй год жизни, но виноградарь обычно их удаляет, чтобы сформировался куст. Куст. Кусты Валентина сильно рослые. Характерен интенсивный прирост побегов. Лоза сильно вырастает в длину, и ей необходимо много свободного места. Цветки формируются обоеполые, в связи с чем опыление происходит без особых проблем. Корни довольно развитые, уходят в землю на большую глубину. Морозоустойчивость до минус 24 градусов по Цельсию. Грозди и ягоды. Грозди Валентины очень внушительных размеров, достигают длину 35-37 см, средний вес 800-900 грамм, многие из них превышают массу в 1 кг. Структура гроздей умеренно плотная. Ягоды удлиненно-овальной или слегка изогнутой формы, размер 27-29 мм, масса виноградины 9-10 грамм. Основной цвет кожицы зеленовато-желтый, мякоть ягод сочно-мясистая, но при этом очень нежная, буквально тающая во рту, обладает приятным, освежающим, кисло-сладким вкусом, напоминающим некоторые традиционные сорта родом из Средней Азии. Гастрономическую изысканность дополняет мягкий аромат муската, особенно заметный при полном созревании винограда. Свежевыжатый сок бесцветный, его сахаристость достигает 17-19 грамм на 100 мл. При несколько повышенной титруемой кислотности, колеблющейся в пределах 6-7 грамм на литр. Шкурка съедаемая, косточки крупные, грушевидные, светло-коричневого цвета, числом от 1 до 3 в каждой ягоде. Дегустационные оценки 8,3 и 8,7. Плюсы, минусы. Плюсы. Отличные вкусовые качества. Пикантный внешний вид. Непритязательность в уходе. Отличная товарность, хранение и транспортировка. Высокая урожайность. Высокая устойчивость к мильдью. Средняя устойчивость к аидиуму. К поражению серой гнилью форма обладает повышенной устойчивостью. Минусы. Ягоды при избытке влаги лопаются. Сладкий сок привлекает насекомых. Конопатые ягоды. Для посадки винограда сорта Валентина лучше выбирать участки с плодородной, легкой суглинистой почвой. На подготовленном участке необходимо выкопать лунки глубиной 60-80 см по количеству саженцев. Посадка рекомендована через 2 метра. На дно каждой лунки насыпают дренаж. Слой плодородной почвы, удобренный сернистым калием и суперфосфатом, на котором аккуратно размещают корневище высаживаемого растения. Лунку засыпают землей, которую слегка утрамбовывают, чтобы почва плотно прилегала к корням. Саженец обильно поливают и подвязывают к опоре. Почву вокруг ствола покрывают мульчой, опилками, перегноем, соломой. Засухоустойчивость, морозостойкость. Одно из главных достоинств гибрида – хорошая морозостойкость, что позволяет выращивать растения практически по всей территории России. Без дополнительного укрытия лоза способна зимой выдержать температуру до минус 24 градусов по Цельсию. Саженцы отличаются быстрой адаптацией к новому региону после пересадки. Засухоустойчивость также высокая. Благодаря хорошо развитой и глубоко расположенной корневой системе растение способно доставать влагу из глубоких слоев почвы. Уход. Во время всего периода вегетации виноград Валентины нуждается в органических и минеральных подкормках. Обязателен полив,
Но во время созревания ягод с водой перестараться нельзя. Начнется растрескивание плодов. После каждого полива грунт вокруг куста рыхлят и засыпают мульчой из опилок или торфа. Обязательно делают дополнительную прополку при обильном росте сорняков. Лозу винограда Валентина подвергают средней и короткой обрезке. Осенью после обрезки кусты укрывают. Игнорировать процесс могут жители южных регионов, где столбик термометра не опускается ниже критического минимума. Виноград Валентина – вкусный сорт, неприхотливый в уходе. При минимальных затратах способен регулярно плодоносить и давать высокий урожай. Если придерживаться всех рекомендаций, то выращиванием этого сорта могут заниматься не только профессионалы, но и начинающие садоводы. Успехов вам, друзья!